Ла Пампила, Перу. Административная зона порта Калау. Суть следующая. Судно выгружается на монобуе. В 8 утра приезжает ветинг-инспектор без предупреждения. Это не сайроинспекция, это терминальная инспекция нефтяной компании Repsol. Как вы знаете, в 8 утра навигационный помощник спит. И на просьбу инспектора разбудить меня, он сказал, что не надо будить второго. Я сам быстренько пробегусь по мостику, ничего серьезного, просмотрю общие моменты. Сделаем все по-быстрому. Ну, в итоге мы имеем замечание по навигации. Отсутствует man of fixed position на переходе, то есть не было обсервации места судна, нанесенных ручным способом. Даже на таком коротком двухчасовом переходе от якорной стоянки до монобуя на открытой воде, с двумя лоцманами на борту и с тремя буксирами. Primary система местоопределения – это GPS. Но позицию необходимо верифицировать различными способами. Position verification – визуальными, 2 или 3 пеллинга, с помощью радара, ну, как правило, берут пеллинг-дистанцию на фиксированный ориентир. Метод параллельного индексирования. RIO, Radar Information Overlay, это наложение оцифрованного радиолокационного изображения на электронную карту. То есть, сличение карты и радиолокационного следа береговой линии или приметного объекта, как метод контроля местоположения судна. Контроль качества сигнала GPS, HDOP, Horizontal Dilution of Precision, допускается значение до 4 единиц. Подробнее о работе GPS в видео ссылка будет в описании. Инспектора не устроил только один метод контроля по GPS, поэтому он влепил замечание. В любом случае отсутствие точек это упущение. Но как можно было избежать этого замечания? Второй метод контроля можно было сказать инспектору, что мы использовали RIO, также было отмечено на карте. Но инспектор может запросить evidence, что вы действительно это применяли. Поэтому в лучшем случае нужно в начале своей вахты написать следующую запись. Commence use RIO, PI, то есть параллельный индекс, либо HDOP. Либо это делаем на начало вахты, либо мы используем это, когда уже подходим в прибрежное плавание. То есть где это уже применимо, где это можно использовать. В нашем кейсе PI не применим, так как нет объекта, в который можно зацепиться. Плавающие буи не подходят, а конечность пирса тоже, так как там все заставлено мелкими катерами и будут мешать работе радара. Тогда можно написать и на текущем сегменте PSH-плана PI not applicable. Так мы покажем, что мы знаем про параллельное индексирование, но в текущих условиях он не применим. Это лучше, чем ничего. И еще, по корме есть ракон. Хороший ориентир, но он по корме. И можно было бы сказать, что он попадает под блайндзон радара из-за трубы. И качество изображения непригодно для обсервации. Каждый случай уникален, отбиваться надо, но без фанатизма. Необходимо соблюсти баланс между вашим стремлением показать свои знания и стремлением инспектора показать свои. Так, дым рассеялся, блядь. Good visibility! Погнали. Касательно PSH-плана, у меня есть курс 12 часов видео. Захват экрана с EGDISA, с ADP, с ANP. Я уверяю, что данный материал будет полностью погружен в работу второго помощника. Вы научитесь делать PSH-план from birth to birth. Как его приобрести, ссылка будет в описании. И еще, всегда будите второго помощника на инспекцию. Все-таки мостик, как-никак, это его заведение. Потому что только он может знать, какие дела на мостике до конца не закрыты. Тем более, если инспекция не анонсирована. Возможно, пайлот-карт элементарно не заполнен, либо какой-то чек-лист. Либо нужно сделать какие-то изменения в PSH-плане. Всем удачи, не залетайте на ветингах, оставайтесь на канале, подписывайтесь. Всех благ, пока.